Алексей Павлович Уманский родился под Барнаулом, в поселке Горбуновка. Свою жизнь связать с наукой пожелал после Великой Отечественной, где служил танкистом. С профилем определился сразу – история. Впоследствии к ней прибавилась археология. Оказалось, не зря. Очень большие у него работы проводились на курганах эпохи раннего Железного века в Новотроицке, Тальменский район, на Рогозихе, соответственно, Рогозихинском, в Павловском районе Алтайского края. Там было выявлено очень уникальное зеркало с позолотой, с индийскими сюжетами. И вообще, у него в плане удачи археологической это нечто. У него он прям все, что мог хорошего найти, у нас он нашел. Однако озолотил Уманского тугозвоновский князь в 1959 году. Тогда группа под его руководством отыскала одиночную могилу, где были останки и множество украшений из эпохи великого переселения народов. Археологические находки с этих раскопок до сих пор хранятся в Эрмитаже. Алексей Павлович, он не только был крупным ученым, естественно, этот процесс шел постепенно, но он активно вовлекал молодежь, учителей в краеведческую работу, давал научно-методические указания, как вести правильно археологические раскопки, причем работал с поисковыми кружками, отвечал на многочисленные письма. Теперь об Уманском новому поколению рассказывают его ученики в рамках региональной практической конференции школьников. Сюда подростки пришли, чтобы показать свои исследовательские работы по истории края. У меня проект называется «Опыт использования диорамных композиций в школьных историко-краеведческих музеях». Это о том, как я хожу по классам с этим проектом и показываю, как развивался наш край, вообще образовывалась сначала там деревня, заимка, потом заводской поселок, ну и город. Лекция о наследии ученого – лишь капля в море от большого проекта, посвященного Уманскому. Его реализует педагогический университет при содействии фонда президентских грантов. В рамках проекта у нас запланирован ряд мероприятий для педагогов. Это обучающий семинар, это межрегиональный педагогический форум, это показ фильма, съемки фильма документального. Этот фильм будет уникальный. Мы будем снимать его в различных районах края, в тех местах, где он связан биографически и профессиональной деятельностью. Эти места с деятельностью Алексея Павловича Уманского. Премьерный показ фильма планируют уже на ноябрь. Он будет приурочен к международной конференции «Полевые исследования в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае». А к концу года все работы Уманского оцифруют, и их сможет прочитать любой желающий на сайте Алтайского педагогического университета. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком.